Сейчас в бодибилдинге существует очень распространенная проблема. Все гонятся за общей мышечной массой и не понимают важность пропорций. Дело в том, что когда вы набираете огромную мышечную массу, у вас руки по 55 сантиметров, зачастую спортсмену приходится съедать в день 3 килограмма курицы, 3 килограмма печеного картофеля. Естественно, объем талии очень увеличивается. Но есть вариант как бы классического бодибилдинга, классический подход, когда у человека при достаточно большой мышечной массе, не огромной, а просто эффектной большой, но в разумных пределах, узкая талия. А сейчас я покажу вам одно из упражнений, которое тренирует опоясывающую мышцу живота, мускулус трансверсус абдомини. Это мышца, которая втягивает живот, даже когда вы не помните об этой мышце. Если она у вас в хорошем тонусе, у вас будет меньше объем талии, независимо от количества жира в организме. Вы уменьшите птоз живота, то есть опущение органов уменьшите. Значит, вы занимаете практически любую позу. Я пойму позу, удобную для демонстрации. Занимаем позицию. Начинаем с расслабления живота максимально. И потом втягиваем. Удерживая такую позицию так долго, насколько вы можете, до боли в мышцах живота, вы добиваетесь того, что со временем ваши, не просто вы будете занимать бодибилдинг, увеличивать ваши мышцы, но параллельно будет работать на уменьшение талии, что тоже очень важно с эстетической точки зрения и для вашего здоровья, конечно же, тоже. Спасибо.